Всем здрасте! И сегодня я захотела сбежать со школы мисс Анитрон. Не знаю почему, но потому что мне захотелось! Здесь надо, по-моему, нажать рычаг, чтобы выйти из этой комнаты. Чё её так передёргивает? Ладно, не моё дело. Меня свет напугал. И чё теперь, куда бежать? Стрёмненько как-то по коридорам тёмным ходить. Как эта училка тут оказалась-то? Страшно, между прочим, так внезапно появляться и пугать учеников. Я не понимаю, куда идти, блин. Ой, стрелочка какая-то, может по ней пойти? Ой, еще одна. Ой, а вот и выход, ура! Ой, а что, она за мной не идет, что ли? Ну здорово. А что здесь? Здесь какие-то трубы, кубы. По ним прыгать, что ли? Итак, попытка номер два. Ура, одну фигню перепрыгнула. Уже две, уже три. Ой, я уже прошла. Класс! Теперь надо перепрыгнуть какие-то лазеры. Но это будет очень легко. Но это и вправду очень легко было. Но не для меня. Но здесь просто попрыгать легко надо. Ну ладно, тогда сейчас уж я точно пройду, надеюсь. Ну, первую фигню я... У меня руки не из того места растут или что? Очень страшно и да! Боже мой, я прошла это, ура! А теперь здесь какие-то фигни, которые я 100% пройду. Я пришла, и это было неудивительно. И я поднялась по какой-то лесенке, и здесь какие-то шуруповертики. А, ну типа через них переходить надо. Да почему? Зачем мне такое несчастье-то? Да почему я не могу нормально все это проходить? О боже, физкультурный зал. Куда теперь идти? Ну здесь в принципе все как в реале. Ой, мячик может попинать? Попинать баскетбольный мяч. Напугала эта кукла, блин, опять она! Фу, боже, я в какой-то канализации. Я нашла какой-то классный шарик. Ладно. Что это за пшикалка? А, ну ее типа перепрыгивать надо. Да! Фух, боже, я еле-еле это все перепрыгнула. 5 минут у меня отняло, целых 5 минут. Да, трэш. Я по этой трубе около 5 дней ходила. И только сейчас пришла. Ой, лесенка какая-то. Остерегайтесь утки. Чего? Ну ладно, надеюсь, это просто какая-нибудь обычная уточка. Милая, милашная уточка. Я слышу только кряканье, самой утки нигде нету. И какой утки остерегаться, мне вообще непонятно. Мне кажется, я заблудилась. А, нет, я выбралась! Интересно, а сюда можно или нет? Я видела одну секретку и хочу это проверить. Это правда! Надо срочно сфоткаться с этим. Ой, точнее с ними, простите, простите, я случайно. О боже, здесь какие-то шипы, как их проходить вообще? А, ну вообще это было легко. Почему дверь не открывается? Боже, что здесь делают лазеры в школе? И дальше, по-моему, по лестнице, что ли? Ну да, по лестнице. Боже мой, кто в школе ставит капканы для детей? Ну, точнее, от детей. Избегайте манекенов. А что они мне сделают? А, ну ясно. Этот кабинет такой красивый. Вдвойне красивее. Боже мой, я на крыше. Там еще лазеры. Что лазеры делают на крыше? Это чтоб дети, наверное, не сбегали или типа того. Ой, я до кафетерии дошла. Фу, что здесь разлито? Кто-то попил гримасшейка и кое-что здесь делал. Боже, кто там? Боже, за мной сейчас гонятся. Я не знаю, куда мне бежать. Помогите! Фух, я нашла выход. Слава орешку. Я сейчас плыву в самой грязной воде на планете. Мне очень хорошо, я расслабляюсь. Боже, что это за бесконечный бассейн какой-то был? Эти двери не открываются. Куда теперь идти? А почему они тогда не открывались?
Идите в автобус. Но это слишком хорошо, это все слишком легко. Странно очень. Но я же говорила, все не может быть так хорошо. Боже мой, сколько их тут! Боже мой, неужели я в автобусе? Ну пока, надеюсь, не увидимся. Я до конца хочу доехать. Интересно, что там будет? Мне прям очень... Нет! Я так хотела посмотреть, что будет в конце. Но игра подумала, что я этого не хочу увидеть. Класс! Ну а на этом я хочу закончить. Меня опять все выбесило. Всем советую эту игру. А на этом все. Всем пока.